о том, как наши деды жили, как воевали наши прадеды, расскажет слой дорожной пыли с дорог, что ими были пройдены, расскажут каски и медали, шинель и бляха на ремне, чтоб подвиг тот не забывали, я расскажу вам о войне. Мы приближаемся к знаменательной дате, 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И как никогда важно помнить о ней и передавать память о той страшной войне нашим потомкам. Центр историко-культурного наследия начинает свой новый проект, который называется «Я расскажу вам о войне». О войне, конечно же, больше всего, интереснее всего рассказывают люди. И, к счастью, у нас сохранились воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, ее участников, тех людей, которые трудились на трудовом фронте. Но не только люди могут рассказать о той войне, но они могут рассказать те вещи, которые пережили войну. И Центр историко-культурного наследия города Курска располагает такими экспонатами, которые могут рассказать интересные факты и интересные истории о той страшной войне. 22 августа 2018 года, в канун 75-летия победы в Курской битве, в городе Курске состоялось торжественное открытие выставочного центра «Курск. Город воинской славы», на котором присутствовал почетный гражданин Курской области, города Курска, герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов. Он подарил нам самый дорогой экспонат, который сейчас я держу в руках. Это грамота о присвоении Михаилу Алексеевичу Булатову звания Героя Советского Союза. О чем может рассказать этот экспонат? О чем может поведать он нам? Открываешь эту грамоту и сразу вспоминаешь фронтовой путь Михаила Алексеевича Булатова, который начал он в июле 1943 года. Этот фронтовой путь довел его до Восточной Пруссии. И 6 апреля 1945 года старший сержант Булатов, будучи командиром саперного отделения, получил приказ провести инженерную разведку единственного шоссе, по которому могли двигаться наши солдаты, наша техника, для того, чтобы штурмовать город-крепость Кёнигсберг. И отделение старшего сержанта Булатова начинает выполнять этот приказ. Ранним утром, на рассвете, под прикрытием тумана, наши солдаты двинулись вперед. Но несмотря на очень благоприятную погоду, они все равно были замечены фашистами, которые обрушили на них шквальный огонь. Михаил Алексеевич вспоминал о том, как был убит один из его товарищей, как двое были ранены, и он, перевязав их, продолжал ползти по шоссе, понимая, что от этого зависят судьбы многих сотен солдат. Как нашел он первую мину, как обезвредил ее, а потом, понимая, что на этом шоссе их еще много, опять продолжал ползти вперед. За этот день Михаил Алексеевич обезвредил 24 немецких фугаса. Вернувшись обратно в расположение своей части, Михаил Алексеевич проспал целые сутки, потому что не было сил двигаться. А 19 апреля 1945 года Михаилу Алексеевичу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза. Через несколько дней герой получал заслуженную награду из рук маршала Советского Союза Василевского. Василевский был очень сдержанным человеком, немногословным, но когда он увидел перед собой 20-летнего парнишку, который совершил этот подвиг, маршал растрогался, обнял Михаила Алексеевича как родного сына. А эту грамоту Михаил Алексеевич получал уже 13 апреля 1946 года. 24 октября 2019 года, накануне своего 95-летия, Михаил Алексеевич Булатов был гостем выставочного центра. Здесь, в этих стенах, он встречался с молодежью. Здесь, в этих стенах, прошла
практически последняя публичная встреча Михаила Алексеевича с жителями нашего города. И как драгоценны для нас его слова, которые звучали здесь. Дорогие друзья, я искренне благодарю за то, что вы позволили мне встретиться с вами сегодня в день, в канун юбилея моего больного возраста большой, поэтому я тороплюсь, чтобы побыть с вами, с молодежью, чтобы еще раз убедиться, подышать с вами одним воздухом, убедиться, что молодежь та же самая, такая же, как преданная, такая же, что ли, патриотичная молодежь, какой было мое поколение. Кстати говоря, за моим поколением, это самое поколение, сейчас самое старшее практически, вот, шли и другие поколения, и то же самое совершали всевозможные подвиги во имя Родины, во имя нашего, кажется, Отечества. Вот. И так до сегодняшнего дня мы жили и живем вместе с молодежью, воспитываем ее, сами учимся у нее. И мне сегодня хотелось бы просто высказать огромную благодарность за то, что я сегодня стою перед вами, вот, большую, то есть именно предоставлена мне такая великая честь быть перед вами, разговаривать с вами, рассказывать вам что-то и убедиться в том, что мы с вами люди одного, кажется, мира, люди города Курска, города воинской славы. 3 марта 2020 года Михаил Алексеевич Булатов ушел из жизни, но он остался в наших сердцах, остался в памяти наших курян, остался в нашей памяти, потому что в выставочном центре, помимо грамоты о присвоении ему звания Героя Советского Союза, написан отзыв его рукой в нашей книге отзывов. Специально к юбилею Михаила Алексеевича Булатова в рамках проекта «Люди, победившие войну» была подготовлена биография героя, прослушав которую вы можете, отсканировав QR-код. Имя героя Советского Союза, полковника в отставке Михаила Алексеевича Булатова, известно практически каждому курянину. На долю его поколения выпало много испытаний. Трудным было детство. На юность пришлась война –